Этот фильм был снят в очень тяжелых и сложных условиях. Большинство тех, кто хорошо знали Эдуарду, отказались давать интервью нашим корреспондентам по причине опасения мести со стороны мафии, в которую замешана итальянская фирма «Фиат». С другой стороны, местная полиция для недопущения распространения правды подвергла аресту нескольких наших корреспондентов, предъявив необоснованные обвинения в терроризме, затем вынудила их покинуть пределы Италии. Четверг, 15 ноября 2000 года, 10 часов 5 минут утра. Большое шоссе Турин-Саванно в северной Италии. Гарно Франкини руководит проверкой перевозки и транспортировки грузов по шоссе Турин-Саванно. Совершая свой очередной рейд, его взгляд привлекает машина фирмы «Фиат» серого цвета, которая была оставлена у правой стороны моста. Фары машины не были включены, двери были открыты. Франкини вначале думает, что у машины какая-то поломка. Хозяин машины, по-видимому, решил пешком дойти до первого пункта технической помощи. Но, подъехав к первому пункту помощи, Франкини узнает, что никто к ним за помощью не обращался. Тогда Франкини понимает, что произошло какое-то происшествие. Он возвращается к месту, где видел машину, и после тщательного осмотра он находит под мостом недалеко от машины, среди виноградника, тело молодого человека, упавшего лицом в землю. Гарно Франкини вызывает полицию. Чтобы дойти до места, где упало тело, необходимо пройти длинный путь через местность, усеянную деревьями и виноградником. 11 часов утра. Полиция прибывает к месту происшествия. Тело и особенно лицо молодого человека сильно пострадали в результате ушибов. В кармане костюма убитого полиция находит документ на имя Эдуардо Аниелли, единственного сына известного сенатора Джованни Аниелли, глава всемирно известной итальянской автомобильной фирмы «Фиат» и футбольного туринского клуба «Ювентус». Кавалери, представитель полиции города Турина, лично сообщает о случившемся представителю фирмы и выражает глубокое соболезнование отцу погибшего. В тот же час сенатор на личном вертолете прибывает к месту происшествия, которое произошло в 40 километрах от представительства «Фиат». Тело погибшего 45-летнего сына сенатора Аниелли было опознано. Mi comunicano che è appena arrivata una notizia in redazione. Una notizia purtroppo drammatica. È stato trovato morto il figlio di Gianni Agnelli, Edoardo Agnelli. Questa aveva 46 anni, questo per ora è tutto quello che possiamo dirvi, naturalmente ogni aggiornamento, tutti gli aggiornamenti del caso nelle prossime edizioni, ora la linea TG2 costruita. По причине большой роли, которую играет семейство Аниелли в итальянской политике, большое число корреспондентов и журналистов командируется к месту происшествия, чтобы дать подробности данного трагического события. Рикардо Бабсуни, один из тех, кому было поручено вести расследование данного происшествия, сказал корреспондентам. Причины происшедшего изучаются, пока рано говорить и делать какие-либо выводы. Possiamo parlare né di suicidio né di omicidio, né di fatto accidentale, fino a quando non sono complete le indagini. Il cadavere è stato rinvenuto stamane alla base? Stamane alla base del viadotto, come si chiama? Viadotto Stura. Si sono fatti gli accertamenti necroscopici. E adesso è stata autorizzata dal sottoscritto la sepoltura e il spostamento, cioè il trasporto della salma nel luogo di residenza. Однако
Расследование, о котором говорил господин Бабсуни, проводились чересчур быстро. Так тело погибшего еще до обеда было направлено на кладбище города Фусано, которое находилось недалеко от места происшествия. Дежурный доктор подтвердил наличие ушибов на теле и голове погибшего, быстро дал разрешение на захоронение без предварительного вскрытия. В тот же день, после обеда, тело Эдуардо Аниели было переправлено в Турин. На следующее утро, после того, как мать погибшего прибыла из Нью-Йорка, тело Эдуардо было захоронено на семейном кладбище в отсутствие репортеров и журналистов. В тот же день было объявлено, что Эдуардо Аниели покончил жизнь самоубийством. Это утверждение полиции было в то время, как не было найдено никаких записок или последнего письма погибшего, которое могло бы указать на самоубийство. Ранним утром, в день трагической смерти, Эдуардо, как обычно, поговорив по телефону с одним из своих родственников и прежде чем покинуть дом, заходит на кухню, чтобы дать распоряжение о том, какую еду приготовить на обед. Эдуардо Аниели родился в одной из клиник города Нью-Йорка в 1954 году 6 января. Его отец, известный сенатор, владелец крупной компании «Фиат». Мать Франсис Морало является одной из знатных представителей клана Карлуччи. Эдуардо начальное образование получает в школе Сан-Джузеппе в Турине, затем поступает в колледж «Атлантик» в Лондоне, по окончании которого он поступает в университет Престона, факультет религоведения и философии Востока, по окончанию которого он получает степень доктора. Влияние клана Аниели в итальянской политике настолько сильно, что некоторые журналисты осмеливаются назвать клан Аниели королями Италии. Автомобильная всемирно известная фирма Fiat была основана одно столетие тому назад в городе Турине дедом Эдуардо. В настоящий момент эта гигантская корпорация превратилась в основной костяк, питающий экономику современной Италии и влияющую на политику этого государства. Надо отметить, что Fiat, несмотря на колоссальное влияние и силу, является только частью достояния семейного клана Аниели. Существует целая сеть автомобильных компаний, которые являются собственностью семейства Аниели, такие как Лачио, Ламборджини, Альфа Ромео, Феррари и Веко. Этому семейному клану принадлежит большое количество различных экономических важных заводов Италии. Несколько крупных банков, имеющие также важное значение в экономике Италии, предприятия по созданию эскиза одежды мод, газеты «Ла Стампо» и «Карьера де ла Сера» также являются собственностью этого семейного клана. Футбольный клуб «Ювентус» и автомобильная компания «Феррари» также являются собственностью Аниели. Кроме всего этого, несколько крупных компаний по строительству жилых домов, строительству дорог, производству лекарств, завод по производству вертолетов также являются собственностью Аниели. Даже мост по имени генерала Франко, под которым был найден Эдуардо Аниели, также построен одной из компаний, принадлежащей клану Аниели. Годовая прибыль семейства Аниели составляет более 60 миллиардов долларов. Это в три раза больше годовой прибыли от нефти Исламской Республики Иран. Но Эдуардо, который является единственным наследником этого состояния, еще с раннего детства показал, что не имеет большого желания управлять этим достоянием семейного клана. Его занятия и увлечения связаны с философией Востока и религоведением, и не имело никакого отношения к корпорациям и делам отца. Большую часть своего времени Эдуардо проводил за учебой, исследованием в области религии, поездкам и благотворительностью. Stava là tra le foglie e i fiori, camminai verso lei che leggeva piano. Minuto ma restò ferma sul suo libro, scusi se siedo qua, prego si fermi. Футбольный клуб «Ювентус» был единственным предприятием, руководить которым немного привлекало Эдуардо. Эдуардо очень любил футбол. Это стало причиной того, что на протяжении некоторого времени, в 80-х годах 20-го столетия, он возглавил часть руководства клуба «Черно-белых», клуб, основателем которого 100 лет назад был его дед.
l'aria serena che ha matica passa spesso di qua. Эдуардо даже 20 апреля 1986 года, когда команда «Ювентус» в своей игре в Олимпийском комплексе «Ювентус» делала последнюю попытку одержать победу над соперником, спустился с трибун и целый тайм провел с тренером и игроками, поддерживая их. Aiutarli a forzare il morale, non è una scaramanzia, è anche un lavoro. Forzare il morale dei giocatori è molto molto importante. Io venendo in panchina ho provato a assistere il più possibile questo. Rimane ancora ad aspettare gli ultimi due minuti della Roma. Год до этого он был в Токио среди тех, кто поздравлял с победой знаменитого форварда капитана Ювентуса француза Мишеля Платини, который помог команде завоевать межконтинентальный кубок. Но этот период продолжался недолго. Через некоторое время его заменил дядя Эдуардо. Сам Эдуардо посвятил все свое время исследованиям и занятиям. В 90-е годы Эдуардо не занимал каких-либо должностей. Он полностью посвятил себя научной деятельности, исследованиям и сотрудничеству с организациями по защите прав человека. Edoardo Agnelli, 46 anni, figlio del senatore a vita Giovanni Agnelli, è stato ritrovato questa mattina a cadavere sul greto del torrente Stura sull'autostrada Torino-Savona. Lo avete sentito detto? Per причине того, что семейный клан Анелли играл важную роль в итальянской экономике и политике, смерть Эдуардо с первых минут заняла первое место среди важнейших новостей внутри Италии. Премьер-министр Италии, а также большая группа представителей правительства официально выразили соболезнования по случаю смерти сына, прямого единственного наследника сенатора Аниэли. Две команды, Италия и Англия, перед игрой между собой почтили минутой молчания смерть Аниэли-младшего. Различные спортивные деятели и простые люди в разговоре с различными итальянскими телевизионными компаниями говорили о личности Эдуардо. È stata una cosa che mi ha colpito, lo conoscevo, era un ragazzo che ho visto crescere, era molto legato a me, non frequentava moltissimo noi, però mi chiedeva della squadra, ogni tanto veniva, si sedeva in panchina negli allenamenti e mi era veramente dispiaciuto, soprattutto per suo padre, per l'avvocato, per la famiglia. Eh sì, io ho avuto contatti, insomma, una persona gli volevo bene, quindi... Sono particolarmente colpito. Una tragedia sicuramente. Non so, sono rimasto sbalordito. Ultimamente non si è più saputo niente di Edoardo Agnelli, perciò c'è stato dei fatti molti anni fa, però adesso non si sapeva più niente. Se il destino è così, sarà per loro, sarà per me, sarà per un altro. Forse una persona che andava controcorrente, che non voleva diventare un manager e quindi che voleva dare qualcos'altro al mondo. E ovviamente all'interno della famiglia questo forse non era possibile. Многие газеты на протяжении нескольких дней посвящали статьи о личности этого человека. Тысячи сайтов в интернете посвятили на первых своих полосах новостей события, связанные со смертью Эдуардо. Большинство корреспондентов, журналистов, освещая особенности характера Эдуарда, говорили, что он был человеком чувствительным и предпочитал одиночество. Был стеснительным и даже якобы употреблял наркотики и был болен. Среди всех этих новостей появилась и одна статья в интернете, сайте, принадлежащем исламской организации аспирантов итальянских университетов, которая проливала свет на неизвестные стороны жизни Эдуарда. В ней указывалось, что Эдуардо принял ислам шиитского и имамитского направления и не только не покончил с собой, но был предан мученической смертью сионистами. Эта новость была разослана во многие агентства новостей, но ни одно из них даже вскользь не упомянуло об этом новом моменте в жизни Эдуардо. Есть ли доказательства, указывающие на данное сообщение? Действительно ли оно указывает на реальные события?
По всей видимости, первое мнение Эдуарда к иранской революции можно отнести ко времени после революции, когда Эдуардо по итальянскому телевидению видит интервью с Мухаммад Хасаном Кадери, который возглавлял иранский культурный центр в Риме. Эдуардо для встречи с Кадери направляется в иранское посольство. Tema della settimana. La crisi iraniana, pericolo per il mondo. Partecipano l'iraniano Hassan Gabiri del quotidiano Jomhuri Islami, l'americano Roland Flamini del settimanale Time, l'iracheno Faiz Shair Atahet del quotidiano Al Jamhuria, l'italiano Piero Benettazzo del quotidiano La Repubblica. Conduce in studio Tito Cortese del TG2. Io comincerei, signor Gadiri, da lei. Sentiamo il punto di vista di un giornalista iraniano che ha anche responsabilità ufficiali, peraltro un giornalista diplomatico, e quindi ci può dire bene qual è il punto di vista di Teheran in questo momento. Nel nome di Dio clemente e misericordioso, nel nome di Dio più potente di flotte americane. Io anzitutto direi che non sono d'accordo con il titolo del programma, in quanto io lo nominerei oppressione americana e atteggiamento americano un pericolo per il mondo, perché non si può vedere la crisi iraniana dalla presa degli ostaggi da parte degli studenti senza tener conto che quale atteggiamento, quale comportamento ha avuto l'America in Iran. L'America tenta di separare questi due perché si sentirebbe male di fronte all'opinione pubblica di dire che questo c'entra con 60.000 martiri che del regime dello Shah appoggiato dall'America ha lasciato in Iran, 60.000 martiri, e abbiamo più di 100.000 ferite invalidi. Certo noi non possiamo dimenticare questo. Quando l'America dice che anche se uno dei ostaggi viene ferito, noi faremo quello che faremo. Это был воскресный день, когда посольство не работало. К нам позвонили и сообщили, что молодой человек хочет встретиться со мной. Я сказал, передайте ему, чтобы он пришел завтра, так как сегодня выходной, и у работников посольства официально нерабочий день. Но через некоторое время внизу снова позвонили. Мне сказали, что тот человек просил мне передать, что милость Господня велика, и он Всевышний открывает всякие двери. Тогда я сказал, чтобы ему разрешили войти. Сам же я пошел, чтобы встретить его. Это был высокого роста человек, примерно 25 лет. Мы поздоровались. Он представился как Эдуардо Энеэли. Я спросил, не имеет ли он какое-либо отношение к семейству Анели. Он ответил, что является сыном Джованни Анели. Я был сильно удивлен, так как эта семья очень известная в Италии, имеющая большое влияние как в политике, так и в экономике Италии. Абдуллахи был близким другом Эдуардо. Он и его брат Мухаммад Исаак Абдуллахи являлись выпускниками Политехнического университета в Турине. 20 лет назад через исламскую организацию «Молодежь Италии» познакомились с Эдуардо. Эти два брата, в связи с тем, что имели очень тесные контакты с Эдуардо, были живыми свидетелями многих его проблем. Доктор Хусейн Абдуллахи в настоящее время проживает в Мадриде. 26 лет назад он принял ислам, научился читать Коран и продолжал учебу в пристани Соединенных Штатов, хорошо знал Коран, был знаком с исламскими терминами. Он проводил исследования, изучал различные правовые школы,
и прекрасно знал мировые религии. Я могу сказать о том, что он имел достаточно времени, возможностей и денег для подобных исследований. Он исследовал все эти религии и, наконец, пришел к тому, что сказал: «Я принял ислам шиитского направления». Ему было уже 46 лет, и никто не мог что-либо сказать ему или переубедить его. Я спросил у него, когда он принял ислам. Он сказал, что принял ислам в 20 лет, еще до победы исламской революции в Иране, примерно 4 или 5 лет до революции. Мне хотелось узнать, как он принял ислам. Он ответил: «Когда мне исполнилось 20 лет, я был студентом в Нью-Йорке. Однажды, как обычно, в библиотеке перебирал книги, и мой взор упал на перевод Корана. Мне стало интересно почитать мнение Корана. Когда я стал читать Коран, я почувствовал, что это не может быть придумано человеком. Я почувствовал свет, исходящий из стихов Корана. Я попал под сильное влияние Корана. Тогда я взял книгу и стал ее читать. Я понял, что я понимаю. И мне очень близко все, что говорит Коран». Когда первый раз я его увидел, у нас разговор зашел о Коране. И я понял, что ночью он не спал, и до раннего утра он проводил время за чтением Корана. Он предпочитал чтение ночью, так как ночью он чувствовал какую-то особую духовную связь с Божественной книгой. Тишина и ночь, возможно, играли какую-то особую роль в его жизни. Когда мы говорили с ним, он очень легко принимал шиизм и находился под сильным влиянием исламской революции в Иране. В тот день в посольстве Ирана в Риме официально была сделана запись о том, что он принял ислам шиитского направления. Было написано «Исламская революция», и внизу подпись «Хишам Эдуардо Аньелли». С исламским именем Хишам он принял священную религию ислам. Худжатул-Ислам валь-Муслимин Салман Гафари, бывший посол Исламской Республики Иран в Ватикане, 20 лет назад он официально дал Эдуардо свидетельство о том, что тот принял ислам шиитского направления. К сожалению, по прошествии 20 лет мы не смогли найти свидетельство, указывающее на данное событие в культурном представительстве Ирана в Ватикане. Когда он пришел в посольство к граждан Италии в иранском посольстве, стали удивляться, многие пришли в движение. Итальянцы говорили, этот человек неофициально является итальянским королем. Для них было очень удивительно то, что он пришел к нам в посольство. Он сказал мне: «Если я стану мусульманином, необходимо ли официально объявлять об этом в ваших газетах, например?» Я сказал: «Нет необходимости объявлять об этом на официальном уровне. Вы приняли религию Аллаха, а он видит, что в ваших сердцах». Почему он хотел скрыть это? Он еще тогда говорил, что его немедленно лишат всего наследства, ведь он является единственным сыном Джованни Аньелли. Они также не очень любили его, именно за его убеждение. У него были опасения, и поэтому он переживал. В одном из своих путешествий в Италию Фахраддин Хиджази через ребят из исламских организаций Италии знакомится с Эдуардо и помогает тому встретиться с имамом Хомейни. Когда я по приглашению исламской студенческой организации Италии приехал в эту страну, то мне сообщили о принятии ислама одним из интеллектуалов Италии и попросили более обстоятельно и подробно рассказать ему о шиизме, который в конечном итоге он и принял. Меня просили широко не распространяться об этом.
Аятулла Хашеми Рафсанджани на 42-й странице своей книги «Через кризис» пишет о встрече Эдуардо с имамом. Господин Хиджази и сын известного владельца автомобильной компании «Фиат» Аниели, который принял ислам, встретились с имамом Хомейни. Они говорили о проблемах исламской молодежи за пределами Ирана. Эта встреча произошла в субботу, 8 фарвардина 1360 года, по солнечной хиджре. На этой встрече также присутствовали аятулла Хомейни, нынешний духовный лидер Ирана, и Ахмад Хомейни, сын имама. Имам Хомейни целует лоб Эдуарду. Хотя Эдуардо, благодаря своему высокому положению в Италии, довелось встречаться со многими высокими должностными лицами, встреча с имамом, его духовная энергия, воля оказали сильное впечатление на Эдуардо. Эта встреча перевернула жизнь Эдуардо. На той встрече имам поцеловал лоб Эдуардо. Ребята из международной исламской организации, которые присутствовали на этой встрече, рассказывали нам об этом. Встреча с имамом произвела неизгладимое впечатление на Эдуардо. Ни одно из итальянских изданий не опубликовало в газетах то, что Эдуардо принял ислам. Единственный, написавший о том, что Эдуардо принял ислам, был журналист из газеты «Ла Стампо», которая принадлежит «Фиат», некий Игурман, который после смерти Аниели написал статью о том, что та встреча произвела сильное впечатление на него и что имам Хомейни заколдовал Эдуардо. Он был настоящим мусульманином. Да, конечно, он не владел ни арабским, ни персидскими языками, но он был высоконравственным человеком. Он был мусульманином, образцом в жизни для которого был имам Али, да будет мир с ним, а также имам Хомейни, с которым ему посчастливилось встретиться. Вы знаете, в том собрании был Рафсанджани, и Аньели был единственным человеком, иностранцем, которого обнял и поцеловал имам. Имам Хомейни. Город Турин является важнейшим промышленным городом Северной Италии, который находится под контролем клана Аниели. Семейство Аниели – одна из древнейших семейств Турини. Подавляющее большинство предприятий в городе принадлежат этому клану. Основной завод «Фиат» находится в Турине. Большинство жителей города работают на этом и прилегающих к нему предприятиях. На возвышенности в северной части города расположена большая вилла.
расположена большая вилла, принадлежащая семейству Аниели. Место, где Эдуардо провел тяжелый период своей жизни. Место, где ему угрожали, требовали изменить свои взгляды. Он испытывал большие трудности, его унижали, притесняли, ему угрожали, не давали возможности пользоваться элементарными материальными условиями. Даже посадили в тюрьму. И это только часть всех испытаний, которые выпали на его долю. Ему было очень тяжело, что даже наши ребята-мусульмане, которых я хорошо знал, говорили ему, чтобы он сильно не распространялся об исламе, чтобы, как говорится, ни вашим, ни нашим. Но Аниели не был таким. Он прекрасно разбирался в различных религиях, и принятие ислама им не было стихийно, на почве чувств или фантазий. Нет, он пришел к этому путем долгих исследований и размышлений. Он пришел в ислам, имея все. Он не нуждался ни в деньгах, ни в работе. У него не было проблем экономического характера. Он прекрасно понимал, с какими трудностями ему придется столкнуться, что, возможно, он потеряет уважение, авторитет, положение, которое он приобрел в обществе, благодаря влиянию семейства Аниели. Для Эдуардо было очень тяжело находиться в таком окружении. Италия, центр христианства, католицизма. Если кто узнает, что он сын известного сенатора, единственный наследник всего этого огромного состояния, принял ислам, будет, естественно, большой скандал. Поэтому семейство Аниели делало все возможное, чтобы заставить его отказаться от ислама. Ему не раз угрожали, что оставят без наследства. Несколько раз, когда наши друзья хотели приехать к нему, чтобы встретиться с ним, нужно было ехать на такси, так как автобусы в этот район не ходят. Тогда я лично платил за такси. Эдуардо Аниели не имел даже денег на такси. Его держали под сильным психологическим прессом. Аниели, единственный наследник Джованни Аниели, не имеет денег даже на такси. Даже не мог дать денег своим гостям на такси. Ему постоянно говорили, что он душевно болен. И насильно возили в больницу для исследований, действительно ли он болен. В том отделении, где исследовали Эдуардо, работали врачи, имеющие тесные контакты с сионизмом. Он не раз говорил: эти врачи, иудеи, в один прекрасный день убьют меня. Они пытаются психологически запугать меня, чтобы я отказался от своих убеждений и исламской идеологии. Но я никогда не сделаю подобного. Однажды ему даже удалось бежать из той проклятой больницы. Я хотел купить ему билет, но когда мы приехали в Иран-Эйр, мне сказали, что не могут продать билет этому человеку, то есть Эдуарду. Я спросил: почему не можете продать билет этому человеку? Это ваша компания, принадлежит моей стране. Этот человек мой гость. Деньги же плачу я. Я выложил $1000 перед работником компании, женщина. Итальянка, работающая в Иран-Эйр, госпожа, как ее, сеньора Роза. Она является доводом и доказательством правоты моих слов. Вот когда вы поедете в Рим, поговорите непременно с ней, она расскажет вам об этой ситуации, о том, что произошло. Секретарь отца Эдуарда звонит в иранскую компанию, Иран-Эйр, и говорит, чтобы билет не продавали Эдуарду. Служащие Иран-Эйр также подтвердили это происшествие, беспокоясь за авторитет и престиж компании, который должен оставаться на должном уровне. Нам не дали возможность взять интервью у сеньоры Розы. Все это время, несмотря на то, что Эдуардо предпочитал не разглашать принятие им ислама, он не мог скрыть своего беспокойства к проблемам мусульман. Я вам покажу
письмо Эдуардо на итальянском языке начинается так: «Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного». Надо сказать, что письмо подписано именем Хишам Азиз, это псевдоним Эдуардо. В этом письме он пытается сделать комментарий к одной из сур Корана. Сначала буду читать по-итальянски, затем буду переводить на фарси. Perché sono le ultime leggi che Allah ha lasciato e lascerà sulla terra prima del giorno di giudizio. Perciò non ci sarà una nuova religione dopo l'Islam. Здесь говорится о том, что ясно, что последним пророком был Мухаммад, да будет мир с ним и его родом. После него более не будет пророков. Принесенный им закон является последним божественным законом, после которого более не будет законов, религии и правовых школ. È assoluta nel senso che tutte le cose sono come Dio le vede, però questa è una cosa che accetto io, si può anche non accettarlo, però a prescindere dalla nostra opinione personale, o la sua, o la mia, o di quell'altro, esiste al di fuori di noi una verità delle cose come sono sempre state e come sono, e questo le sa Dio. Вера и исламские убеждения Эдуардо стали причиной того, что его отец очень быстро понял, что сын не является надежным в получении всего наследия семейства. Эдуардо избрал путь, по причине которого он будет все больше и больше отстраняться от управления и в конечном будет лишен наследства. Affettivo, sentimentale, ma c'è anche un altro lato che una famiglia così numerosa a cui sono vicino, ho anche il dovere di scegliere e di vedere quali sono le attitudini di alcuni di questi per assumere delle responsabilità. В конце 80-х годов встал вопрос о преемнике Джованни Аньелли в компании Fiat. Абсолютное большинство посчитало по причинам религиозных убеждений считать неприемлемой кандидатуру Эдуардо. Но несмотря на все это, он был единственным прямым наследником всего состояния. Именно поэтому необходима была причина и довольно веская для того, чтобы не допустить Эдуардо к положению заместителя отца как в наследстве, так и в компании в целом. Здесь и удачно сыграло событие под названием «Марини». Средства массовой информации Италии, в большинстве которые зависели от клана Аньелли, придали этому событию большую огласку. В октябре 1990 года газеты сообщили о том, что Эдуардо был арестован по причине того, что у него нашли 300 грамм героина в городе Сахель-Марино в Кении. Это событие не было правдой. Полиция Кении быстро поняла ошибку, кенийский суд, извинившись, отпустил Эдуардо. Но это событие было очень на руку некоторым людям. Именно поэтому итальянские средства информации, зависимые от клана Аньелли, придали этому событию особую окраску. Некоторые газеты обвинили Эдуардо даже в наркомафии и требовали недопущения его в руководство Фиата. Когда мы возвращались с Эдуардо, я спросил у него, что случилось, почему к тебе приезжала полиция? В газетах пишут об этом. Что случилось? Он говорит, нашли 300 грамм героина. Затем он мне говорит, о, Хусейн, ты меня ведь знаешь. И затем он мне рассказал ту историю, которая произошла с ним. Он говорит, я хотел посмотреть, как живут мои новые друзья, чернокожие мусульмане, в бедных районах, кварталах города. Я видел двоих австралийцев, которые покупают героин. И тут же прямо при детях, которые крутятся вокруг них, принимают очередную дозу. Я обращаюсь к этим австралийцам и говорю им, то, что вы принимаете наркотики, это ваше личное дело. Однако дети, которые видят ваши действия, затем считают это очень правильным и очень
хорошим делом. Вы, если принимаете наркотики, принимаете их в таком месте, где нету подростков и детей. Это ваше личное дело. Полицейские в том районе, по-видимому, получали какую-то определенную долю, деньги, и поэтому не трогали тех австралийцев. В то время как Эдуардо, который постоянно ходил в тот район, полиция берет под свой контроль. Эдуардо помогает обездоленным в том районе, дает им какие-то деньги. Когда полиция приходит, находит героин 30 грамм в квартире, в соседней комнате, где жили те австралийцы по соседству с Эдуардо. Затем газеты пишут, что нашли 300 грамм героина. Затем пишут, Эдуардо употреблял героин. Когда его арестовывают, предъявляют обвинение в том, что якобы Эдуардо выкинул при виде полиции героин через окно. Перед началом суда клан Аньелли, родственники Эдуардо, вмешиваются в это дело. Ему предлагают покинуть Кению. Говорят о том, что сами разберутся в этом деле. Но Эдуардо сказал, что если он вернется, то обязательно скажут, что Эдуардо замешан в этом деле. Так как я здесь ни при чем, ни в чем не виноват, то я остаюсь. Так он говорил. Когда сторона, обвиняющая его в употреблении героина, предъявила свои обвинения о том, что якобы он выкинул героин через окно при виде полиции, Эдуардо потребовал, чтобы пошли на то место и посмотрели, через какое окно он мог выкинуть героин. Когда они пришли в то место, то как раз застали полицейского, который вскрывал забитое окно, чтобы подтвердить слова тех, кто говорил, что якобы Эдуардо выкинул героин через окно. Несмотря на то, что часть газет в краткой форме признали свою ошибку относительно обвинений в адрес Эдуардо, эти необоснованные утверждения сделали свое дело и подготовили общественное мнение о том, что Эдуардо не будет руководить Фиатом. Я как-то сидел в кафе, рядом со мной слышу разговор. Говорят, у Эдуардо Аньелли нашли 300 грамм героина. Слышали об этом? Я хотел сказать, что это не так. Я не мог, так как обстановка была неподходящая. Люди, сидящие в кафе, говорят, итальянские газеты, принадлежащие отцу Эдуардо, пишут об этом. Кто я такой перед этим? Газеты пишут об этом. Газеты принадлежат отцу. В начале 90-х Совет Фиата вычеркнул Эдуардо из списков заместителей на пост руководителя Фиата, выбрав на это место сына дяди Джованни Амбурто. Эдуардо любил Амбурто, и именно поэтому он не выразил протест против такого решения. Даже написал тому письмо, в котором поздравлял того с таким назначением и говорил в письме, чтобы деньги не становились игрой в большой и грязной политике. Но в 97-м году, в возрасте 37 лет, Джованни Амбурто скончался при странных обстоятельствах. После смерти Амбурто на совете Фиата был назначен новый руководитель, на этот раз Джон Элькон, сын сестры 20 лет. Маргарита, единственная сестра Эдуардо, выходила замуж дважды. Первый раз за одного еврея-сиониста, второй раз за католического русского принца. От этих двух браков у нее родились 8 детей. Джон Элькон, самый старший из всех ее детей, был сыном иудея-сиониста. Этот выбор очень разозлил Эдуардо. Если первый раз он ничего не сказал, то в этот раз он не стал молчать. Он не признал желания некоторых членов семейства поменять фамилию Элькона на Аниели и не дал такого разрешения. Затем последовало его интервью с газетой «Манифест».
относящийся к левым, то есть политическим противникам отца Эдуардо, в которую он обрушился с большой критикой такого выбора. В начале своего интервью на вопрос об Иисусе и Франческо Ассизском он говорит: «Я лично имею большую любовь и особое уважение к Иисусу, а также его последователю Франциску. В трудные минуты я думаю об Иисусе, о его распятии. Вижу, что его положение было много сложнее, чем то положение, в котором нахожусь я. Тогда я испытываю какое-то внутреннее спокойствие. Франциск для меня пример силы, но я сам лично хотел иметь выбор и выбрал другой путь. Но должен вам сказать, что время, в котором мы с вами живем, время упадка ценностей, духовности, единственное, что становится реальным для современных людей, иллюзорные деньги и материальное богатство. Мы все выражаем сильное беспокойство распространению наркомании среди молодежи, но не замечаем, что сами становимся рабами денег, стремление материального насыщения. Но все это имеет конец. И по моему глубокому убеждению, придет новая эпоха, возрождение, где нету места более экспериментальной науке, грубому рационализму Декарта. Мы должны забыть такое понятие, как польза человека от человека. Это получение личной выгоды. Но ведь это неправильно. Деньги должны быть средством, но не самой целью. На следующий вопрос корреспондента о выборе Джона Элькона на пост руководителя Фиата он выступил с сильной критикой такого выбора. После похорон Джованни Амбурто Джону Элькону не было еще 22 лет. Он был выбран руководителем Фиата. Считаю, что этот выбор может в конечном счете стать падением всего Фиата. Джон Элькон встал на опасный путь. Должен сказать, что выбор Фиата неудачный, ведь Фиат это серьезная компания, а не клуб для 20-летних. В конце интервью на вопрос корреспондента: «Знаете ли вы кого-либо более достойного быть руководителем совета директоров Фиата?» он ответил: «Да, есть такая кандидатура, но думаю, еще рано говорить об этом». Эдуардо относительно решения семейного клана дал им знать, что теперь он будет защищать свои права. Здесь, как выяснилось, его противники не имеют особых серьезных доводов против доводов Эдуардо. Эдуардо даже стремился вести дискуссию за руководство Фиата. Даже по этому поводу провел несколько собраний с руководителями компании. Он выступил с критикой руководства компании. Конечно, представители Фиат старались как-то по мере сгладить разногласия, не придавая большого значения словам Эдуардо. Но стремление Эдуардо некоторых из представителей клана сильно напугали. Именно это, по большой вероятности, стало причиной того, что 15 ноября 2000 года тело Эдуардо будет найдено под мостом по трассе Турин-Саванна. Буквально в этот же день было объявлено, что Эдуардо покончил жизнь самоубийством. Несмотря на то, что существует большое количество тех, кто может засвидетельствовать обратное, что он не мог покончить жизнь самоубийством. Так, те, кто общался с Эдуардо за день до его гибели, свидетельствуют, что психологически и духовно он был в норме, и никаких признаков подавленности, которые могли бы указывать на желание покончить жизнь самоубийством, не было. По причине того, что он не изменил свои убеждения и веру, даже за неделю до гибели он принимает решение изучить арабский язык. Последний раз, когда я его видел, это было суббота или воскресенье, я думаю, это 8 или 9 ноября было. Он 13-го скончался, 15-го он скончался, а 13-го я уехал в Иран. Последний раз, когда я его видел, наш разговор зашел о Коране,
о суре Бани Исраиль, суре Исра. И мы вместе с ним читали эту суру на итальянском языке. Он персидский хорошо не знал. Очень интересно было. Он говорил: «Я хочу поехать в Тегеран, просить политическое убежище в Иране». Он говорил, что «хочу жить в Иране, хочу учиться в Куме, изучать исламские науки». Ведь исламские науки он не знал в достаточной мере. Когда мы с ним тогда говорили, мы говорили о красоте Корана. Мы говорили с ним о том, что тот, кто может читать Коран в подлиннике, то есть на арабском языке, больше имеет возможности постичь красноречие, универсализм этой божественной книги. Мы говорили с ним также о том, что тот, кто может читать Коран в переводе, только в переводе, ограничен в возможности познания Корана. Мы как-то с ним решили больше заниматься изучением арабского языка. Это было за неделю до его смерти? Да, это было неделю до его смерти. Значит, он до конца оставался убежденным мусульманином? Да, конечно, он до последних минут оставался мусульманином. Я когда 13-го приехал в Тегеран, это было в среду. В среду я должен был выезжать. В субботу мы с ним встречались и разговаривали о Коране, смотрели фильм о пророке. Но время было мало, и мы должны были уезжать. После этого он мне спросил, когда я уезжаю в Иран. Я ему сказал, что возможно, что я в среду или в четверг уезжаю, но я еще не заказал билет. Потом он мне позвонил и спросил, купили ли билет. Я сказал, да. Я сказал, что купил и уезжаю. Он сказал, что позвонит мне в Иран, в Тегеран. И большая вероятность того, что он приедет в Иран, была. Он хотел приехать в Иран для того, чтобы изучать исламские науки. Зачем он хотел поехать в Иран? Да, он хотел изучать исламские науки. Для исследования или обучения? Да, да, он хотел заниматься исследованием, ну, а также изучать исламские науки, конечно. Кроме всего этого, существует множество других причин, указывающих на то, что он не мог покончить жизнь самоубийством. Один из друзей Эдуардо Марко провел много частных исследований относительно смерти Эдуардо. На основании данных, собранных нами, Эдуардо был предан мученической смерти. Que in data 8/8/2001 che ho sempre trovato strano il fatto che il procuratore della Repubblica di Mondovì, che ha chiesto l'archiviazione di Edoardo, non abbia mai fatto la prova del manichino. La prova del manichino significa semplicemente che si mette un manichino con le caratteristiche fisiche del cadavere, si butta giù e si vede dove va a finire, cosa succede, cosa gli succede. E questo non è stato mai fatto. Perché lo dico? Perché Edoardo portava un tipo di scarpe che si sfilavano facilmente, si chiamano toz, talmente che lui spesso e volentieri in casa ci giocava con le scarpe, se le sfilava con una facilità estrema. Poi ha fatto un salto di 80 metri e le scarpe non gli sono uscite dai piedi, strana questa cosa. Per di più ho trovato strano che non sia stata fatta un'autopsia. Nel nostro paese si fa l'autopsia anche ai cani, ai gatti che muoiono per strada. Он предсказывал и совершенно уверенно говорил: «Меня убьют, но людям скажут, что я был болен и покончил жизнь самоубийством, или устроят какой-нибудь несчастный случай». Он был уверен, что пока отец жив, его не убьют. То есть был уверен, если отец
умрет, его не оставят в живых. La frequenza. Edoardo è morto un giovedì, dicono mattina dalle 9 alle 10 e mezza. Non avendo fatto l'autopsia non lo sanno neanche. Ecco, allora, io sono andato di sabato mattina, lui è morto un giovedì, ripeto, giorno in cui i camion viaggiano più. Sabato mattina i camion di solito non viaggiano. Allora, la frequenza di passaggi, io ho provato a fermarmi lì, era dai 10-15 secondi al massimo, passava un mezzo medio ogni 15 secondi. Allora, nessuno ha visto uno che 120 kg esce dalla macchina, si arrampica, cioè minimo ci vogliono 3, 4, 5 minuti per far uscire, arrampicarsi una cosa dall'altra, minimo 2 minuti. 2 minuti vuol dire che frequenze di 15 secondi, vuol dire che dove minimo sono passate 4 macchine, nessuno ha visto niente. L'altra cosa strana è che lui non sapeva posteggiare le macchine, lui le lasciava lì, la scorta le posteggiava. Quella macchina lì era posteggiata a filo del guardline. Allora, o lui ci è salito sopra, però non c'erano i bolli, 120 kg su una carrozzeria Fiat, croma, che bolli li fanno, stiamo a fare. Согласно неопровержимым фактам, Эдуардо был убит в другом месте, а затем на его же машине был перевезен под мост. Diciamo essere stato trasportato direttamente con la sua crona, ricordo che la crona ha un bel bagagliaio dietro, sotto il ponte. Sotto il ponte perché, come vi ho fatto vedere dalle foto, c'è una strada, ecco, quello che è singolare, che vi faccio rivedere, è proprio questo, che dove è morto Edoardo c'è una strada. Quindi la macchina poteva arrivare fino sulla strada, in retromarcia, ecco qua lo vedete bene, mi auguro che lo vediate molto bene. Allora, voi vedete qua questa strada, allora qui è dove è morto Edoardo, questa è la strada, allora la macchina può arrivare qua, arriva qua, va in retromarcia, scarica Edoardo dove ci sono queste pietre, ci sono delle pietre, potrebbero avergli anche preso con una pietra schiacciato il capo, questo è importante nell'autopsia perché è capire se il capo da cui pare sia uscito il sangue ha avuto uno sfondamento dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Voi capite che se io butto una pietra sopra è dall'alto verso il basso, se io mi butto con la testa giù su una pietra è il contrario. Qua c'era il fango, lo vedete, la strada sterrata, la macchina poi risalita è stata abbandonata su. Я очень надеялся, что он будет жив. Я не думал, что все случится так, что я буду говорить все. В 40 километрах от Турина есть небольшое селение по имени Вилар-Проза. Селение, которое посредством семейства Аниели было основано для рабочих одного из заводов. Чуть выше этого селения есть имение, частное владение Аниели под названием Илоки. В этом имении есть небольшая церковь и кладбище, вокруг которого 10 маленьких церквушек. Это кладбище семейного клана Аниели. Эдуардо похоронен на этом кладбище как христианин. Наша группа иранских журналистов, пожалуй, единственная группа, которая смогла проникнуть на это кладбище и заснять могилу Эдуардо.
Наверное, мы были единственными, кто его могилу читал суру Фатиха.